Чем проходки восстановлен, докладывай диспетчеру. Угроза второго обвала остается. Как поняли? Как поняли? Облетела поселок ужасная весть. Взрыв на 28-м. Жертвы знаем, что есть. Сколько горя в тот день постучало в сердца. Кто-то сына лишился, кто-то мужа отца. Вторая смена оказалась роковая, и боль утрат ни спеть, ни описать. Судьба шахтерская, зловещая такая. О, если б мог ее предугадать. Девять отцов, мужей и сыновей в последний путь поселком проводили. Но слезы жен детей и матерей их не подняли и не воскресили. Пухом вам всем донбасская земля, в сердцах родных навеки остаетесь. Придут к могилам близкие друзья, но вы домой, как прежде, не вернетесь. Девять отцов, мужей и сыновей в последний путь поселком проводили. Но слезы жен детей и матерей их не подняли и не воскресили.